Отсели, грозить мы будем шведу. А мы начали строительство лисятника, дабы избегнуть. Здесь уже все готово для переселения Буси с енотиком. Сделана лесенка, полочка, домик. Вот. Сегодня у нас после долгого перерыва в гостях сестры. Ой, черноморище! Ты мой лапа! Сестры Романовы. Вот этих товарищей. Но сегодня-то я точно не смогу. Попробуем завтра замкнуть. Завтра нужно будет съездить к маме. А потом уже вернуться и заняться нашим счастьем. Наше счастье постоянно. Наше счастье постоянно. Постоянно наше счастье постоянно. Да? Черномой. А ты мой лапа. Вы спрашивали про девочку. Вот она реагирует. Но на что она реагирует? На голос или на движение? Не очень понятно. Что тут она намесила? Ну что? Так. Ну, когда будет возможно показать вам мелкого, я не знаю. Эти вот два прекрасных родителя охраняют его как зеницу ока. Ну, в принципе, понятно. А вот как раз наши сестры Романовы во главе с нашей грозной Вероникой Георгиевной. У Вероники Георгиевны сегодня особое настроение такое. Такое. Поэтому сдайся, враг, замри, ляг. Пойду 6 ай с тобой еще. Ну. Полет лет улетает. 3 лета на месте, а того, который под лет его нет. Пойду на тусу. Ладно. А я пошел работать.